четверг в Самарской области будет ясно и малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 2, ночью 1-2 градуса ниже 0. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, в дневное время плюс 2, ночью 2 градуса ниже 0. Ветер северо-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 2, ночью минус 1 градус, северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 1 градус, ночью минус 1. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.